Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Яну, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она дышит тяжело, у нее в горле спираль стоит, она показывает на нее палец. Хорошо. Она дает ответ? Разрешение? Она кивает, не может она говорить. Понятно, хорошо. Я даю команду. На счет три эта спираль отключается до 100%, безболезненно выходит из всех семи тонких тел и зависает перед Яной. Да будет так, а так и есть. Спираль вышла, на этой же частоте есть и все, что там вокруг нее, как конструкция. Даю команду. Все, что находится на частоте этой спирали, с ней связанной, проявляется, становится видимым. Ты видишь четко и ясно. С двух сторон у нее как постройки. Даже не конструкция, а как постройки какие-то. Хорошо, даю команду сканеру. Сканер сейчас отключает эти постройки, все, что находится на частоте спирали. Сканируется. И отключается полностью. Все чипы, датчики, импланты, конвекторы, все провода, все связи, все конструкции, все безболезненно выходит из всех семи тонких тел. Да, будет так, а так и есть. У нее как стенки такие, с двух сторон, они на шее соединены и подключены к спирали сзади, по плечам. Отключается? Да, отключилась. Хорошо, отправляем в клетку-тюрьму к этой спирали. Готово. Выстраивают спирали и вот этих стенок. Канал к ответственному. 1, 2, 3. Притягивай всех ответственных в клетку-тюрьму. Становятся моими заложниками. Да будет так, а так и есть. Стоят в клетке. Что так там? Тут большой, агрессивный. Сними маски с него. Снимаются маски, голограммы. Фантом пристает в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Итак. Это ящер. Агрессивный? Но он в другом виде предстал. О, он решил нас испугать, да? Считай цифры над головой этого паразита. 36-12. 36-12. Отлично, Влад. Дай ему удар спиралью и поставь ему спираль в горло лазером. 1, 2, 3. Да будет так, а так и есть. Но с ним то же самое происходит сейчас. Он задыхается и вот. Из него хрип выходит. Отлично. Значит, мы теперь в равных положениях. Ящер, как и Яна здесь стояла, которая не могла рот открыть из-за твоей спирали, из-за твоих стенок и конструкций, которые ты установил. Это очень инородное тело для него. Хочешь, поменяю его на живую плазму? В моих руках появляется живая плазма. Он говорит, что у тебя не должно этого быть. Это военный арсенал. У меня этого и нет. Ты что-то видишь? Я ничего не вижу. Что тебе кажется? Хорошо, поигрались и хватит, ящик. Он говорит, ты должен сдать его. Да? Кому? Оно может принести непоправимый ущерб. Ты знаешь, сколько я уже ящеров уничтожил этой плазмой и гуманоидов? И сколько я еще уничтожу вас, астральных паразитов, в матрице Земли? Стоя он говорит, что ты зря раскидываешься таким оружием. Я не раскидываюсь. Что ты взял, что я раскидываюсь? Я тебе показал твою перспективу. Ты сказал, что уничтожил многих. Ну, конечно, уничтожил. Когда они приходили в мое биополе, где я хозяин, и они были даже повыше тебя. Ладно, хорошо, ящер. Посмеялись и хватит. Пришло время отвечать за свои деяния. Ты сегодня будешь отвечать за эти деяния. И то, что ты будешь отвечать, я тебе сегодня продемонстрировал. А если этого не убедительно, я тебе еще могу больше продемонстрировать. Даю команду. На счет три сканер сканирует пространство над головой Яны под ногами. 360 градусов вокруг нее. 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Яны. Находит все. Ящер, ты действительно не видишь, что я военный? Ты не военный. Военные не занимаются чисткой. А я специальный военный. Такой отдел есть у нас, у военных. У вас же есть? Я знаю военных в человеческом обличии. Ты не попадаешь ни под одно, ни под другое. А я не военный в человеческом обличии. Ты имеешь в виду военные из межгалактической полиции или какие военные? Да, нет. А, ну вот видишь, а как я могу иметь лазер? А как я могу иметь все остальное, что я имею? Межгалактические полиции не относятся к военным структурам. Верно.
Но я кооперирую и с теми, и с другими. Вот такая ситуация. И с военными, и с межгалактической полицией. Чтобы дойти до межгалактической полиции, которая тебя спасет, возможно, тебе надо пройти через меня. А я буду устанавливать сейчас степень твоего вреда, который ты нанес в это биополе. Если Яна даст команду тебя уничтожить, я ее исполню. Сразу. Итак, Верочка, посмотри, что у нас там вытащилось еще. Вышел арахноид. У нее есть демон. Демон. 14-й. Вот, его я искал. Еще кто? Подмастерье есть у него? Черт. У него нет, но вот здесь еще есть двое космических. Снимаются маски, голограммы, все сущности предстают согласно своему эфирному коду ДНК, кто не проявится, сожгу сейчас прямо в клетке. Последнее предупреждение. Рептилоид и два Грея. Хорошо. Репт, два Грея. Греи решили со мной поиграться, да, рептилоид и Греи? Я люблю игры. Нет, они напуганы. Нет, уже поздно. Моим напором на ящик. Вы пытались мне мимикрировать в моей комнате диагностики. Грей не сделали запрос, не поняли, куда они попали. Вы проверяли свои новые технологии. И мы их нашли. Я все сегодня сожгу. Я проверю, какой вы вред принесли этому человеку, этой душе. Эту живую плазму, она тоже присутствует. И для вас. Я предупреждал Греев неоднократно. Ну, они не понимают. Значит, придется наказывать. Хорошо, Верочка. Итак, посмотри. Рептилоид, два Грея, демон 14-й, арахноид и ящер. Правильно? Да. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Яны спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Каналы выстроились. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной негативной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Яне. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Выстраивает Яны канал к этой спирали, к этой конструкции ящера. Реверсом отдаю все, что она получила от этих артефактов. 1, 2, 3. Мощнейший поток негатива на этой частоте возвращается по этим каналам. Пошел процесс. У меня страх, боль возвращается. Даже стыд какой-то. Страх, боль и стыд. Это ящер посылал, да? Конструкция. Конструкция. Хорошо. Сколько ящер находился в биополе? Пошла информация. Не картинка идет. Это детство. 2,5, но он не как ящер присутствовал. А как? Вот эта спираль была установлена, как зигзаг просто такой в горло. Она росла вместе с ней. Сколько лет спираль была установлена в этом горле? Я не понимаю, они мне показывают, это даже не ящер установил. А кто? Хорошо, выстраивай канал от этой спирали к тому, кто ее установил. 1, 2, 3, притягивай по каналам этого эту сущность, клетку-тюрьму. Не может она стоять в клетке. А что это? Она передавалась из одного в другое. Как это понять? Вот эти энергии спирали, они передавались от одного к другому. От одного кого? Человека или что? Интерферента. От одного интерферента. Хорошо. Конкретный ящер, он достроил всю эту конструкцию, и находится он. В этой конструкции... 13 лет. Там было несколько хозяев. Хорошо, ко всем, чьи микроны присутствуют? Не присутствуют, они удаляют их. Они удаляют. Как фантомы я их вижу. Это был гуманоид первый раз, кто установил. Ты видишь фантомы? Фантом, да, но он не притянется с этой конструкцией и с биороботом давно. Ну хорошо, значит, тогда будет ящер за все отвечать и за гуманоиды. Я уже сказал, все. И живая плазма сегодня тебе гарантированно ящер. Поехали дальше. Реверс закончился. Отлично. Выстраиваю, устанавливаю фильтры золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Яна забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. Ты знаешь, вот эта спираль идет как масло что-то. То есть эта спираль, она росла с ней, и она деформировала
И теперь она маслом энергия золотая возвращается и как горли встает на место, пополняет Хорошо. Вот эти пустые места. Яна, вы знаете эту боль? Помните ее, которую вы получили от этой спирали, находясь 13 лет в вашем биополе? 13 лет – это ящер и конструкция спирали, что-то 47 лет. 47 лет. Хорошо, ящер, значит, ты тогда был той причиной со своими подключками, которая доводила человека до заикания. Твоя работа, да? Это не его работа. А чья это работа? Работа спирали. А, понятно. То есть не я бью, а лазер бьет, да? Ты это хочешь сказать? Не я наношу вред, а спираль наносит вред. Кто хозяин спирали? Он хозяин. Отлично, Влад. Он имеет все права, он как выкупил ее. Ты выкупил? У тебя есть контракт с ней? Нет. Нет контракта? И как ты без контракта здесь находишься? Какие у тебя права? Не понял твой вопрос. Есть ли контракт с Яной? Да, есть. Есть у тебя контракт с ней? Отлично. Значит, тогда будем разбираться. Поехали дальше. Как у нас с реверсом все забрали? Чтобы он выкупил этот контракт вместе со спиралью. Выкупил ворованное и считает себя хозяином этого, да? Но получается, что он выкупил все права, и это теперь его и ну вот, ответственность. Значит, что я и хотел услышать. Значит, это твоя ответственность. Значит, ты наносил этой спиралью человеку такой ущерб, что он задыхался последние 47 лет. Он показывает, что зажимались ее тонкие тела в этом, в области горла они зажимались, как завязывались. А на биороботе это было заикание, не задыхание. Заикание. Задыхались у нее тонкие тела. Задыхались тонкие тела, но человек заикался. Да. Вот. Хорошо. Идем дальше. Арахноид, сколько ты находишься в этом биополе? 3 года. Так, демон, сколько ты находишься в этом биополе? 6 лет. Кто угрожал Яне, что если она не отменит чистку, умрет собака? Ставим маячки. Я лишь напомнил, кто в доме хозяин. Кто это говорит? Демон. Ты напомнил, кто в доме хозяин? Хорошо, я тебе тоже тогда напомню, кто хозяин где, демон. Сегодня ты уйдешь с рогами в руках. Хочешь такую перспективу? Нет, это не входило в мои планы. Ну, наши пути пересеклись. Ты решил объявить войну. Я принимаю твои условия. Без проблем. Ты думаешь, собака не сможет? И не, я не защищу собаку? Или я? Я не воюю, в отличие от ящера. Хорошо. Нет, но этот уже отвоевал. За этого не беспокойся. Этот уже все. Его уже нет. Я за свою шкуру беспокоюсь. Для твоей шкуры у меня другая есть вещь. В руках появляется шар энергии царя Соломона. 1, 2, 3. Не хочу к Соломону. Ну а что ж ты собаку тогда мучил-то, а? И человека? Напоминал, кто хозяин? Похожи. Так кто хозяин сейчас? Скажи мне, демон 14 герцов, кто хозяин? Ты сказал, что ты хозяин. Я сказал, нет, ты не хозяин. Она хозяйка в своем биополе. Ты меня запутал. Вот. И это только начало. Поехали дальше. Реверс закончился, Верочка, мы все забрали, да? Посмотри, пожалуйста. Там мы забрали энергию. Отлично, хорошо. Начинаем. А, рептилоид с Грэмми, сколько вы находились в этом биополе? 9 месяцев. 9 месяцев. Что, кто присутствует в квартире из вас, из всех, кроме демона? Арахноид, рептилоид, Грей. Арахноид, рептилоид, Грей. Демон сидел только в биополе или он еще в доме гулял? Он на... балконе? Он на улице. На улице, понятно, но тоже дом. Хорошо, поехали. Итак, Грей быстро вышли, сняли все, что вы оставили. Вытаскивайте осторожно. Если что-то повредите, я поврежу вас. Возвращайтесь в клетку, как все снимете, докладывайте о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если кто-то хоть проводок оставит, он сгорит сразу на ваших глазах, прямо в клетке тюрьмы. Если вы этого не хотите, следуйте командам. Рептилоид военный или он... Лаборант. Это, значит, сердечная чакра, да. Желтая, оранжевая. Угу. Значит, это низ живота и живот у нас, да? И сердце. И сердце. Угу. Три не чакры. Сняли такую прозрачную пленку какую-то.
Сняли эту пленку. Хорошо. Эта пленка переходит в соседнюю клетку вместе со всеми подключками. Есть. Открывая портал в галактическое ядро, пленка с подключками уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Готов. Демон, выходи. Вытаскивай все, что я оставил в биополе. Отключайся полностью. Рассказывай, что было установлено 6 лет, как ты воздействовал. Приступай. Говорит, 6 лет. Приврал немножко. 4 года он. У него установлены сильные такие большие какие-то темные утяжелители на ногах. Хорошо. Чем она заслужила такие утяжелители? У тебя есть контракт с ней какой-то? Или у нее есть какие-то черты характера? На твоей чистоте объясняй свою работу. Бегает много, не успеваю за ней. А так на глазах всегда. Ага. Какая черта характера тебя притянула, 14-герцовая? Какой грех? Что там? Основная причина? Из чего все идет? Любопытная она. В каком плане? Любопытство – это интерес. Или как ты имеешь в виду? Или она интересуется тем, что не должно ее касаться? Или как? Все должна знать. И что, это является грехом каким-то? Грехом? Хочешь, интересом назови. Так что? И мне любопытно. Я не понимаю сейчас, что ты говоришь, что она хочет знать. Чем она интересуется? Своим развитием или другими людьми? Их личной жизнью? О чем ты говоришь сейчас? Это сплетни или что это? Нет, другое. Демон, давай, я не хочу тебя за язык тянуть, потому что мне это начинает уже надоедать. Все контролирует, везде должна быть, все должна знать. Ну и у меня свой интерес в этом есть. Может, еще кого подключу. И не может, а уже подключил. И сколько ты подключил? 2 или 3? Нисколько. Нисколько. Хорошо. То есть ты сосал энергию из людей, когда она с ними общалась, я это так понимаю? Наслаждался. Демон, давай говори так, чтобы я тебя понимал. Потому что у тебя наслаждение в твоем плане одно. У меня наслаждение в моем плане это другое. Не у всех. Некоторые только оставались без терпения. Понятно. Хорошо. Он все снял? Да. Демон, скажи мне, где лярвы находятся в биополе? Вокруг шеи находятся. Хорошо. Ты хочешь получить их от меня? Хочу. Вообще-то из-за собаки я тебе не хотел давать. Ну ладно. Забирай эти лярвы, возвращайся в клетку. Старая лярва, накопленная. Сколько лет? Сколько лет лярве? Ну, это точно от ящера, да? От его конструкции. От конструкции. И страх тебе тут, и боль, и стыд, все, что хочешь. Понятно. Таким образом, у тебя сразу проявляется интерес к эмоциональному фантому, как я понимаю, да? А как же? Ну, значит, тогда кооперируй со мной, будешь отвечать на все вопросы. Тогда мы с тобой и этот вопрос решим. Поехали дальше. Демон все забрал, лярву забрал. Грей тоже. Арахноид, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил. Собирай всю свою паутину, иголки, вытаскивай жидкость. Все вытаскивай. И возвращайся в клетку. Паутина на голове. Паутина. Как шапка. Уже шапку даже сделала. Понятно. Как воздействие происходило? Рассказывай, арахноид. Головные боли, что там? Мигрени, сдавливание. Что ты делал? Опутывал. Мой вопрос был, какие боли испытывал человек от твоего опутывания? Отток энергии у него был. Отток энергии. Сколько процентов энергии ты забирал? Потеря концентрации. Кто уж какая с тобой концентрация? 30% забирал. Понятно, 30 и с ящером, и демоном, и все остальные, там под 80 выходило все вместе, если не больше даже. Он понятно. Снялся. Хорошо. Так, я даю команду сканеру, сканер сканирует сейчас Яну. Все, на чистоте ящера, его подключки еще раз проверяется. Пошло сканирование, если что-то есть, выводится из биополя. Чисто. Хорошо, включаем внутренний белосвет Яне. Этим светом нам выдавливает на 3 себя все негативные патогены низковибрационной энергии, остаточной энергии на частотах интерферентов и их подключек. 1, 2, 3. Пошел свет. Свет выдавливает это все. Формируется перед Яной шар с этими энергиями. Шар есть небольшой с остаточными энергиями. Открывая портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Даю сканеру команду на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо.
Подхожу к Яне, помогая моей энергии ей сделать импульс высокого вибрационного шока удара и отстегнуть от себя все каналы к интерферентам и их под ключком на счет 3. 1, 2, 3, удар. Отлетает все каналы. Открывается портал в галактическое ядро. Канал уходит на переработку, закрывая, печатывая, растворяя. Готов. Рептилоид с Грэйми в квартире, арахноид тоже в квартире. Сейчас я открою вам канал в квартиру. Вы пойдете в квартиру, в этот дом, соберете все, что вы оставили, все, что вы установили. Через 20 минут я приду, проверю, открою вам порталы и отпущу вас на вашу чистоту. Все понятно? Да. Открывается портал в квартиру 1, 2, 3. И рептилоид с Грэйми, а также арахноид уходит в этот портал и дожидается нас в доме, закрывая, печатывая, растворяя. Готов. Выходит эмоциональный фантом Яны, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, также всю низкую вибрационную эмоциональную энергию, сгенерированная, проецируется на эмоциональном фантоме. Да, вышел фантом. Хорошо, Яна, вы готовы расстаться с этими энергиями, вами сгенерированными? Готово. Большой шар? Фантом. Большой фантом, да. Хорошо. Да. Сворачивай в шар. Демон забираешь? Забирает. Отправляю демону. Готов. Хорошо. Открываете сейчас портал в дом. Идешь в дом, собирая все, что ты там оставил, дожидаясь меня. Все понятно? Да. Открывается портал в дом Яны 1, 2, 3. И демон уходит в этот портал. Закрывая, печатая, растворяй. Он дожидается нас там. Готов. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти на связь. На связи. Посмотри, пожалуйста, ящер у меня здесь. Спираль 47 лет находилась в человеке. Он ее якобы выкупил у гуманоида. Вот, человек заикался. Еще конструкция. Я не знаю, очень долго находилась. Все возможно. Контракт да. Должны проверить. Хорошо, давай сделаем. Мы проверим на контракт, я тебя потом позову. Переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Яна должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да. Я говорю вслух, ее тонкая копия повторяет за мной. Переходим к контрактам и договорам. Договора выходят, активно и подсвечиваются. Ну, он как прослоенный контракт, а не с ящером. Прослоенный контракт с ящером. Хорошо. Яна, вы готовы аннулировать все контракты? Он один или их больше? Он действующий один. У нее драконом был контракт. И это еще. Хорошо, Яна, я спрашиваю, вы готовы аннулировать все контракты и договора? Готов. Повторяйте за мной. За собственными энергиями. Один, два, три. Пошел возврат энергии. Возвращается? Да. Конечно. Готово. Открываем воронку в галактическое ядро и производим сброс всех аннулированных контрактов и договоров. Аннулировано. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Хорошо, Ли, мы закончили. Жаль, что она раньше не обратилась. Ящера мы заберем. Все остальное сжечь. Уничтожить. Под спиралью и конструкцией ящера открывается портал в галактическое ядро. Спираль уходит вместе с конструкцией на переработку. Закрывая, печатывая, растворяй. Она почему-то говорит, что и фантомы тоже сжечь. Фантомы чего? Присадок? Спирали. Хорошо. Даю команду. На счет три выходят фантомы, спирали и фантомы этой конструкции ящера. На конструкции такое маленькое что-то, а спираль есть фантом хороший. Отлично. Открывается портал галактическое ядро, и фантомы уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Благодарю тебя, Ли, за совет. Когда так долго стоит, много лет. Конечно. Нарабатывается фантом. Это да. Как ваши привычки, от которых сложно избавиться. Вроде уже ничего нет, но по привычке продолжает. Да. Идти проблемный. Скажи, Ли, почему я не смог вытащить того, кто заключил первый контракт? Этого гуманоида. Потому что они тоже имеют свои устройства отключаться. Перепродавая контракт. То есть берет ответственность на себя тот, кто заключает. Тот, кто последний. Все понял. Благодарю тебя. Жаль, конечно. Жаль. Хотелось всех вытащить. Ну ладно. Они его забрали. Отлично. Поехали по частотам. Как на астральном, так и на физическом. Пошел процесс.
поднимая частоту вибрации до 27 Гц. Пошел подъем вибраций. Получается, человеческая энергия, она заполняет поврежденные участки в том месте, где сжаты были тонкие тела. Абсолютно верно. Она сравнивает этот разрез. Как должно быть и как есть. И исправляет, да? Да. Но этот процесс ее, я думаю, будет несколько дней продолжаться. Слишком массивное воздействие было на нее. Готово. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. На счет 3 запускаем процесс активации, идентификации души. 1, 2, 3. Пошел процесс. Она говорит, я хочу озвучить это. Я с Марса. Марс, хорошо. Подожди, озвучить она это хочет для того, чтобы Яна знала. И знала, что ее энергия, ее дух и стержни, они родные энергии, и они красным цветом. И визуализируя их внутри себя, она может также помочь излечению и показывать, да, что это ее родные энергии, они как стирают все преграды. Замечательно. Мы можем только копии дать родные энергии Марса. Хочет она этого? Да. Я даю команду на 4. Поток энергии Марса начинает поступать в макушку головы Яны. 1, 2, 3. Пошел поток. Распределяется равномерно. На всех ее тонких телах. Синхронизируется, гармонизируется. Находит проблемы и удаляет эти проблемы. Она говорит, благодарю вас, стержень активирован. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, идем дальше. Переходим к защите. Процесс идет, у нас ее куратор в комнате. Хорошо, снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора Яны. Представьтесь, пожалуйста. Подожди, Меркаба достроилась. Да, достроилась, да? Да. Хорошо. Или давай закончим уже. Пусть тонкая копия Яны вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 570. И понимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Яны до числового значения 570 Гц. Пошел подъем. Она встречалась со своими энергиями родными, но не понимала, что это. Это гармония, спокойствие, баланс, уверенность, удовлетворение, точное понимание своей сущности. Что делаешь и куда идешь? Абсолютно сути верно. Внутренней. Сути внутренней. Хорошо. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово, она говорит, благодарю вас за эту чистку. Отлично, переходим к куратору. Представьтесь, пожалуйста, уважаемый куратор. Как нам обращаться к вам? Приветствую всех. Приветствуем. Извиняюсь, что я без приглашения, но я не мог не появиться и не сказать вам свою благодарность. Это была очень сильная атака на душу, которую я курирую. Мое имя Крокус. Крокус. Приветствую вас, уважаемый. И как вы уже поняли, мы с Марса. Мы это поняли. Планеты Марс. Мы это поняли, уважаемый Крокус. Мы очень рады, что вы пришли. Куратор всегда сам принимает решение, когда ему приходить. Бывают неотложные ситуации. Можно даже без приглашения к нам приходить. Да, мы действительно сегодня провели ее чистку. Убрали. Там было 47 лет воздействия мощнейшее. И я представляю, как вам было трудно до нее достучаться. Достучаться было нетрудно. Трудно было найти кому. Доверить, правильно, отправить, чтобы был результат. Благодарю я вас. Уважаемый.
уважаемый Крокус, я благодарю вас за то, что вы сегодня пришли. И я уверен, Яна будет очень рада, узнав имя своего куратора. И если у нее возникнут вопросы, мы предоставим ей такую возможность задать 10 вопросов своему куратору. Если она захочет, она к нам обратится. И мы обязательно пригласим вас. Я несказуемо рада этой встрече. И еще раз благодарю вас за освобождение этой души. Это наша работа, уважаемый Крокус. У нас есть один нюанс в этой комнате диагностики. У нас уже были представители Марса в этой комнате диагностики, но у нас есть сюрприз такой. И каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит в комнату диагностики, мы обязательно делаем один подарок. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. Я прошу уважаемого куратора Крокуса принять этот скромный подарок в знак благодарности за его визит и на добрые воспоминания. Очень неожиданно. Вот такие мы, неожиданные. Очень неожиданно. Я благодарю вас. Очень теплая встреча. Я не прощаюсь. Но не хочу вас больше отвлекать. Мы уже, в принципе, закончили. Нам только осталось дом почистить, уважаемый Крокус. Вы нас абсолютно не отвлекаете. Передавайте, пожалуйста, привет от нас, Марсу. Мы рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных, тем, кто готовы. И мы исполним свою работу, откроем им двери, в которые они дальше должны будут идти сами. До новых встреч. До новых встреч. Всего вам наилучшего. И рассинхронизируйся, Верочка. Готов. Яна, какой приятный подарок вам сделал сегодня куратор своим визитом. Вы сразу узнали, откуда вы. Да, это необычайно важно для меня. Благодарю вас. Замечательно. Сейчас мы будем возвращать вас назад в ваш биоробот и перейдем сразу к чистке вашего дома и собаки.